«Иннофарм Групп», объединяющий фармацевтические активы АФК-система, втрое увеличивает производственные мощности для выпуска лекарственных препаратов в виде капсул. Теперь до 15 миллионов упаковок в год сможет выпускать входящий в «Иннофарм Групп» завод «Алиум» в поселке Оболенск. Нарастить производство удалось за счет перепланировки участка по выпуску лекарств. Там устанавливается дополнительное оборудование для капсулирования. Вывод оборудования на максимальную мощность и работа участка круглосуточно позволит нам увеличить выпуск препаратов в форме капсул. А для чего мы это делаем? Наряду с препаратом, который применяется для профилактики, лечения новой коронавирусной инфекции, такой препарат, как азитромицин, мы наращиваем производство препаратов других терапевтических направлений, таких как диуретики, противодиарейные препараты, противоязвенные препараты для лечения ожирения. Представители компании отмечают, потребности сферы здравоохранения, особенно сейчас, диктуют необходимость постоянно увеличивать объемы выпуска лекарственных препаратов. С вводом в эксплуатацию нового оборудования обеспечить спрос на рынке станет гораздо проще.